В минувшие выходные в Нижнем Новгороде были разыграны медали всероссийских соревнований по чирспорту «Кубок Горького». Участниками масштабных состязаний стали порядка 2000 спортсменов. Спортивную честь Чувашии защищали воспитанники столичной федерации чирспорта и чирлидинга. Подопечные Дениса Куртыгина собрали достойный урожай наград. Обладателями золота среди взрослых стали Анна Назарова и Дмитрий Смирнов. Наши юниоры Ксения Зеленцова и Александр Васильев положили в копилку сборной Чувашии награду бронзового отлива. Есть и командная победа.